Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, прошу вас у всех, поставьте лайки и напишите комментарии, чтобы братья увидели. Завтра праздник, поздравляю всех вас с Айд аль-Фитр. Пусть Аллах делает этот месяц Рамадан лучшим для нас, чтобы было все в благо, альхамдулилля. Пусть Аллах принимет, такаббаля Аллаху минна ва минкум салиху ль-а'маль. Пусть Аллах принимет от нас и от вас все благие деяния, благие дела, иншаллах. Куллю ам ва антум бихайр, иншаллах. Надеюсь, то, что иншаллах проводили этот месяц Рамадан во благо. И также не забудьте сделать для нас дуа. Завтра праздник, иншаллах, созволение Всевышним. Завтра, иншаллах, чтения не будет. И послезавтра чтения будет. А хиджама, иншаллах, завтра не будет. Но послезавтра можно будет хиджама. Что в Санкт-Петербурге, что в метро Люблино, что по нашему адресу микрорайон 1 мая, дом 29, что тут. Везде, иншаллах, будут работать хиджама. Приезжайте, иншаллах, делайте хиджаму. Приезжайте к нам домой в гости. Не только ради чтения, иншаллах, приезжайте, посидим, чай попьем. Что братья, что сестры, иншаллах, к женщинам отдельное место. К мужчинам отдельное место, иншаллах, проходите. Будем рад видеть каждого из вас. Наш дом, наша дверь открыта всегда для каждого из вас. Делайте дуа, иншаллах. В дальнейшем, иншаллах, есть хорошие планы. Биизни Аллах. Поэтому только у вас просим, делайте ли нас дуа. Псаллах, наши сыновья, чтобы стали читцов Корана, чтобы стали алимом, чтобы они помогли в пути ислама, иншаллах. Это мечта каждого родителя, чтобы их дети стали хафизов Корана. Это мои тигры, Умар и Абу-Бакр. Пусть Аллах бережет всех, каждого из вас. Еще раз поздравляю, иншаллах, с праздником. Поделитесь, пожалуйста, чтобы завтра не приходили. Мы не работаем. Фи амани Аллах. Ассаляму алейкум.